День защиты детей – один из главных детских праздников. Он учрежден в 1949 году с целью привлечь внимание взрослых к проблемам и интересам детей, соблюдению их прав и защите от насилия. Традиционно День защиты детей в нашей стране – это масштабное массовое мероприятие, но в этом году он обходится без конкурсов, аттракционов и развлекательной программы. Чтобы напомнить, что 1 июня – это праздник детства, даже несмотря на карантин, во всех учреждениях культуры Северского района прошли праздничные мероприятия в онлайн-режиме, посвященные детям. Виртуальные экскурсии, литературные путешествия, викторины, игровые программы, концерты и театральные представления. Онлайн-мероприятия позволят всем желающим познакомиться с культурной жизнью Северского района, узнать что-то новое об истории и традициях Кубани.